Китай – страна, успешно ответившая на мировые вызовы благодаря реформам и обновлению национальной экономики, которую Поднебесная осуществила за последние 40 лет. Для Казахстана важно укрепление стратегических отношений с Китаем. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в интервью китайскому телеканалу CCTV. В преддверии государственного визита в КНР глава государства поделился своим мнением о развитии казахстанско-китайских отношений и поздравил Китайскую Народную Республику с предстоящим 70-летием. Президент отметил роль Китая в своевременной международной политике. По его словам, сегодня Китай – символ инноваций и прогресса. За последние 10 лет в Китае произошли большие изменения. На наших глазах в стране произошли важные реформы, которые, без сомнения, можно назвать значимыми событиями конца 20-го, начала 21 века. 40 лет назад перед страной стояли большие вызовы по улучшению благосостояния населения, развитию индустрии, технологий и агропромышленного комплекса до мирового уровня, обновлению национальной экономики. Всего этого удалось достичь. И для Казахстана очень важно укрепление стратегических отношений с Китаем. Ваш лога.